В нашей республике в настоящее время привились более 80 тысяч человек. Для облегчения данной процедуры во многих районах открываются пункты вакцинации, один из которых появился в Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева. Подробности у Аслана Гирюгова. В этот непростой период неблагоприятной эпидемиологической обстановки КЧГУ имени Умара Алиева принимает меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса. При ВУЗе открылся пункт вакцинации от COVID-19. Цель, чтобы преподаватели и студенты не стояли в очередях в больницах во избежание распространения коронавирусной инфекции и не отвлекались от работы и учебы. Пункт вакцинации работает таким образом. Собирается некоторое количество желающих сделать прививку, и в определенный день приезжает бригада врачей Карачаевской центральной городской больницы и проводят данную процедуру. Помимо этого, они также отвечают на вопросы студентов и работников вуза. У нас в университете открылся пункт, где делают нам бесплатные прививки. И вот сегодня я первый день привилась. Через 21 день еще будут делать вторую прививку. Чувствую себя, конечно, хорошо. Но вот в целях, таких целях, чтобы самой не заразиться, не заразить близких, родителей. Я не знаю, вот мы тут работаем в основном-то со студентами. Я вот преподаю психологию и постоянно тесно общаюсь со многими людьми. Поэтому я решила привиться, чтобы вот не заразить никого и самой не заразиться. Такое решение, по мнению руководства университета, должно обезопасить людей, решивших сделать прививку. Также пройти вакцинацию могут и близкие родственники сотрудников и обучающихся госуниверситета. Для того, чтобы сделать прививку от COVID-19, при себе обязательно нужно иметь паспорт и СНИЛС, с тем, чтобы получить электронные сертификаты вакцинации. Те, кто уже решил пройти процедуру, предварительно должны позвонить по номеру телефона 8-928-028-0642. Сегодня я пришел добровольно на вакцинацию против этой чумы, заразы COVID-19. Дорогие братья и сестры, я вас прошу вакцинироваться. Это очень легкая процедура, и будет все нормально. Мы эту чуму должны победить все общими силами. Несомненно, привиться или не привиться – личное дело каждого человека. На данный момент существует уже 3 вакцины от COVID-19. Врачи отмечают, что перед тем, как сделать прививку, необходимо проконсультироваться у своего участкового терапевта, ведь у кого-то могут быть определенные хронические болезни. Аслан Гирюгов, Рустам Куштеров, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.